И сегодня сделаю экспресс-обзор двух лифтов. Вот такого вот лифта. Он, кстати, старый, модернизированный. И еще одного. Сегодня видео будет коротенькое. Завтра, возможно, еще выложу видео. Вот такой дом серии 93. Вот такой у него подъезд. Сейчас мы вызываем лифт МЛМ 2007 года. Кстати, это мое первое видео в 2024 году. Уже 2023 год прошел, и это первое мое видео в 2024 году. Еще раз доказываю, что тот лифт был старый, КМЗ-74 года, тут пластина. Вот этот лифт большой. Блин, от реверс работал, ребятки. Есть кнопка вызова диспетчера. В лифте есть щель. Кстати, тут кнопочка минус. Думаешь, что есть на минус втором этаже. Написано «Могилев лифт Маш». Ну а я вам желаю всем хорошего настроения, удачи, счастья, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока. Завтра, возможно, будет видео.